вы представьте, мы делаем пункцию плотного пузыря, и выясняется, что все очень плохо. И у нас будет еще одна девочка. Где будет еще один ребенок? Еще не знаю. А вот чего я не знаю, так это что мне делать с Тедом? С кем он разговаривает? Еще один ребенок, это круто. Старый Тед было круто. А кто из них Тед? У них что, с уборщиком общий ребенок? Только если в сериале. Законные попечители.